Значит, еще раз о Господе нашем, о Боге. Да? Значит, простой тезис, который остался непонятым, не знаю, по крайней мере, он мной руководил. Потому что если всемогущий Бог присутствует на самом деле, то легко понять, что это сатана. То есть на месте Бога православного люди поклоняются не какому-то Богу, а именно сатане. Ну как могут сказать, как можно такие вещи говорить? Вот это полагается статья. Но статья-то, конечно, полагается, но надеюсь, что никто на меня по этому поводу не стукнет. Ну вот на тех товарищей протестантских, там как бы им угрозы приходили в 60-е годы. Ну, я надеюсь, что не настолько популярен канал. В смысле, какая статья? В чекистском законодательстве? Да, в чекистском, да. В чекистском законодательстве. Ну, все государственные только. А? Могут сказать, как такое, вообще говоря, возможно? Как ты дерзаешь произносить такие речи? Но я хочу обратить ваше внимание, прежде чем мы будем развивать этот странный тезис, что, вообще говоря, практически все старообрядческие согласия смотрят на русскую православную церковь как на тех, кто перешел на сторону сатаны и поклоняются сатане на место настоящего Бога. Хотя какая-то часть у них магии осталась, конечно, и на стороне обычного православного священника. Ну, в частности, браки, которые они заключают, признают и многие старообрядцы, например, беспоповцы, поморцы. То есть поморцев надо отличать от поморов. Помор — это я, а поморец — это старообрядческая церковь, распространенная на севере и столице, которая, как ни странно, считается Санкт-Петербург. Вот, такова ситуация. Кроме того, хотелось бы заметить, что настоящего христианина, по крайней мере, скорее всего, обязательным является постоянное сомнение. Сомнение и неуверенность в том, что тот, кому он верит, такого он называет Богом, на самом деле сатана. По всей видимости, вот настоящий христианин, не фанатичный, стучащий там в органы и пользующийся статьями Уголовного кодекса, а настоящий христианин никогда не свободен от этого сомнения. Как молодой папа. Ну, возможно, да. Возможно, как молодой папа, да. Ну почему здесь? Мы отбросим старообрядцев, отбросим сомнения первых христиан и христиан настоящих и посмотрим на эту самую ситуацию. В самом деле, если Бог всемогущ, то легко понять, что те деяния, которые Он дозволяет делать и которые происходят на земле, они совершенно являются невозможными. Ну опять-таки этот пример из Достоевского, где семья своего ребенка возненавидела и любила босиком трехлетнюю там девочку отправлять в холодный нужник, стоять в мороз босиком. Вот. И та, плача, колотя своим маленьким кулачком свою грудь, просила какого-то боженьки, а боженьки не было. И всевозможные остальные вещи. Легко увидеть на самом деле, что ни один из признанных злодеев, ни Гитлер, ни Сталин, ни Ленин, ни кто-либо еще, не сделали столько, сколько всемогущий Бог разрешил. Ну, в частности, например, мы знаем, что еще 100 лет назад и до 5 лет из 5 детей не доживало 3, то есть доживало только 2. То есть постоянные мучения детей, кого-либо еще, людей, страшные болезни, язвы, и все это по милости и согласно сопровождению всемогущего Бога. Поэтому здесь, именно здесь мы как бы и обнаруживали наш своеобразный тезис о том, что либо Бог слабый, либо Бог отсутствует. Потому что выдержать вот то, что происходит на самом деле, на практике, всемогущего Бога, и, значит, и при этом считать его именно благим Богом, это невозможно. Но нам могут возразить, но ведь благость, она ведь как таковая, значит, не нам судить, может быть, это в самом деле. Мы просто не понимаем его великолепный замысел. Кто-то мне в комментариях еще к старому видео написал, что зачем Господь позволяет убивать маленьких детей. Потому что, считает вот этот автор, ник которого я забыл, что он догадывается, что из этих детей, которых он сейчас мучит, в будущем вырастет страшное чудовище. Почему он не убил Ленина или Сталина, да, не избавил, или Гитлера в раннем возрасте? Почему этих-то он попустился? Что же из них могло? Чикатило какого-нибудь, битцевского маньяка. А тут-то что? Но нам говорят, не нам судить. Но ведь мы хотим сказать, что Бог, всеблагой Бог и сатана, они с нашей точки зрения, именно, это просто имена. Имена мы присваиваем согласно собственным представлениям о должном и надлежащем.
Если мы видим, что рак кости есть страшное заболевание, от которого ребенок умирает в страшнейших мучениях, творится по воле бесконечного Бога, то значит получается, что Господь Бог является соучастником. Есть замечательная какая-то фантастика, автор которой был никому не известен, я забыл, американская. Она состоит, что некое всемогущее существо захватило землю, убило всех, оставило там 5 или 6 человек. Для того, чтобы было кого пытать. И вот, но оно все могло сделать с людьми, только не могло умершего воскресить, вот это существо. И так получается, что главный герой, ему удается убить всех своих коллег по несчастью. Вот. Остается. То есть и таким образом избавить их от жизни, от непрерывных мучений. Но верховное существо делает его мягким шаром, который не может причинить себе никаких проблем, для того, чтобы они остаются с Господом Богом, вот с этим один на один. Он, Господь Бог, и то существо, то есть последний человек, которого можно было бы пытать. Здесь ситуация очень похожа на ту же самую ситуацию. Очень похоже, что христианский Бог, в кого верят христиане и верят православные, именно избрал для себя народ в качестве таких объектов для измывания. То есть было кого пытать, было бы кем с страданиями, которого наслаждаться, было чтобы поощрять эти войны. Ну просто вот человек любит компьютерные игры. Вот Господь Бог любит компьютерные игры. И поэтому апофеоз этой игры, скажем, Первая мировая война или Вторая мировая война, а также войны поменьше. Вот. То есть это таков... Ну, это как минимум разные тезисы, да? Когда ты играешь в компьютерную игру, ты не наслаждаешься смертью солдатиков. Да, вот. Да, вполне ты возможно. Как бы вообще не рассматриваешь, да. Тебе просто все равно, да. Есть еще и другой аргумент, аргумент от кошечек. Мы же знаем, что не стоит убивать незнакомых людей, иначе где-то кошечка может остаться одной. То есть котик. Вот это такое. Поэтому убивать других людей. Ну, и Евгений Николаевич Берсенев обращает на наше внимание на то, что кошечка рожает каждый раз 3-5 котят, и в течение 10 лет у них будет там, соответственно, 20-30 пометов, а из них выживут двое всего лишь в среднем, потому что все делается. То есть трудно себе представить себе эту ситуацию. Такую, что значит... Кошки заполонили мир? Не кошки заполонили мир. Придумали таких кошек, чтобы они непрерывно умирали, убивались и так далее. Ну, как и людей. Но это просто такой аргумент. Поэтому есть большое подозрение, что мы опять имеем дело вместо с сатаной. Вообще говоря, ну можем ли мы такому Богу поклоняться? Ну, конечно, можем. Мы же любили Сталина, любили Ленина. Мы же знали, что помимо того, что Ленин виновен в убийстве сотен миллионов людей, некоторых достаточно зверских... Ну, не сотни миллионов, а говорили, сотни тысяч. Сотни тысяч, да, сотни тысяч миллионов людей. Он еще... Лично. Он встречался еще... Тем не менее, он любил детей... Еще и печника. То есть у него были большое количество замечательных вещей. Тем не менее, мы их оправдываем, мы о них говорим, мы им любим, мы им поклоняемся. И странно было бы сказать о себе, вот так же и Господа. Некоторые готовы поддержать меня в его хуле, который я сейчас провозглашу, но боятся, потому что не верят и понимают, что если они вознесут хулу на Господа, ну это как вот, например, война, какой-нибудь там зверь чекист совершенно. И тут ты приходишь и подходишь и говоришь ему, что он упырь. Ну, во-первых, он на самом деле упырь. Но с другой стороны, ему это лучше не говорить, потому что для тебя это окажет определенного рода негативные воздействия. Они могут быть очень неожиданны. Вплоть до смерти на колу, там, допустим. Это еще самая, значит, сладкая вещь была. Вот. Такова, значит, эта ситуация. Хочется заметить, различить вот эту ситуацию простого сатанизма, как и ситуацию компьютерных игр, от другой ситуации. От ситуации великого инквизитора Достоевского. Там же мы напомним ситуацию, что Бог тоже каким-то образом покидает землю. Да? Напомню, да. Да. Но он объясняет тем, ты захотел свободной любви. Не ради чего-то, не ради каких-то дохода, не ради стат, жен.
прекрасный Гури, а ты захотел свободы любви. Тебя вот как бы нет на земле. И вот тебя не было долгое время. И вот ты зачем-то сейчас пришел, тебя нашли, бросили в темницу, и великий инквизитор ему это дело объясняет. А говорит, но ты тем самым, вот эта твоя любовь по отношению к людям, это было нечто прямо противоположное. Потому что больше всего на свете они боятся свободы, и им не нужна свобода. И мы покончили с этой свободой раз и навсегда. То есть мы взяли у них хлеба, и теперь мы даем им хлеба, на самом деле их хлеба, да? Угу. Для того, чтобы им было кому поклониться. То есть больше всего им хочется этого дела, поклониться кого-либо еще. Вот, такова, и завтра тебя, он обращается к Христу, сожгут во славу Господа. Ну и его самого, да, сожгут. То есть это противоположная ситуация, когда группа людей, понимая недостойность и слабость человеческой природы, то есть, например, возглавляемый, скажем, великим инквизитором, или группа богов, допустим. Ради их блага. Ради их блага устраивает вот эту ситуацию, то есть дает им некий фетиш, которому бы они поклонились, которому принесли бы они все свои хлеба, все свои эти вещи, и он потом бы им их обратно вернул. Uh-huh. Это та самая замечательная тема легитимности, которую так много о ней говорит Анатолий Смирнов. Вот у нас здесь. Uh-huh. Да. Вот это самая ситуация. Мы видим, что ситуация предельного рода сатанизма, как бы тоже, но она не является сатанизмом по существу. Здесь нет наслаждения от боли, страданий людей как таковых. Да? Просто вот группа великого инквизитора полагает, что так лучше. То есть вот это самое искушение, оно как бы Христа, оно как бы действительно. Вот. Я не так давно переключал телевизор и был на канале «Спас». И единственная фраза, там интервью было патриарха Кирилла. Кирилл сказал, свобода, сказал он, это фантик. И я дальше переключился на другое окно. То есть это вот реально вот было. Просто так бух, свобода, это фантик какой-то там. Вот потому что свобода не наша. То есть есть люди, вот типа патриарха Кирилла и великого инквизитора, которые думают как великий инквизитор. Они заботятся, да. Да, они заботятся, они окормляют общество. Окормляют, что вот эту самую ситуацию лучше. Но встает вопрос с философской точки зрения, как мы с этой ситуацией можем жить, как мы можем любить Господа и верить в Его всемогущество. Почему я это говорю? Я вот просто не знаю. Я просто хочу объяснить собственные мотивы, когда я говорю о теологии отсутствующего Бога и о теологии там, слабого Бога или кого-либо еще. Не знаю, Антон, есть такие мотивы или нет. Потому что еще раз я повторяю, ситуация, когда ты полагаешь, что есть всеведущее, всемогущее существо, и то, что у тебя происходит на земле, на самом деле, ты понимаешь, что тогда это всеблагое существо оказывается не самоблагим, а является чем-то противоположным. То есть оно является вот в этом смысле сатаном. Ну, я говорил, как бы, я же упоминал проблему теодицеи, да? Да. Вот, то есть действительно, как бы, я тоже не вижу решения удовлетворительного. Да, потому что там народ начинает там Библию, понятно, что там как бы пытаются вот это все замазать, все эти как бы проблемы, да, ну и по-разному, то есть говорить, что это зло, не зло, опять же, да, что вот он, допустим, младенец умер, но он попал в какой-нибудь рай сразу, и так далее. Да, подобное. Да, ну, да, вот какой-то, все это отменяется, да. Там начинают Библию цитировать и это что-то говорить, и говорить, что мы тут этой ситуации не понимаем, а главное молитвенное и мистическое общение с Богом. Оно может быть и главное, молитвенное и мистическое общение с Богом. Но с другой стороны, мы смотрим на практику. Это примерно звучит так, как если бы там человек сказал, ну, конечно, Сталин там расстреливает миллионы лично, да? Да. Но мне же удается с ним переписываться служебными записками. Неужели вы не понимаете? Да, да. Точнее, даже отправлять их ему. Да, и он, без ответа, и он да? во время ссылки принял крещение. И стал русским, если понятно. Ну, это понятно, да. Да, безусловно. Не крещение, есть, только жреческое посвящение. Войдя в информационное поле наших предков, инопланетян. Да. Неважно. Вот. Важно то, что вот, как бы, ты можешь отправлять ему служебные записки, вот, и как бы как тебе предлагают от этого отказаться. Да, да, и по всей видимости, я еще раз говорю, что все церковное писание и предание на фоне таких рассуждений не стоит ничего. Почему? Потому что вспомним ту замечательную картинку Оруэлла, да? Когда тоталитарное общество, когда берут людей и по каким-то вещам их репрессируют, но их не сразу убивают.
их начинают зверски пытать. Цель этой пытки состоит в том, что они себя заставили полюбить партию. Вот они взяли, полюбили партию, тогда их на некоторое время выпускают, назначают какую-то должность, и они вот ходят, и партию эту любят, потому что их пытали таким образом, что ничего не оставалось. И только потом, когда они показали вот этот акт бесконечной любви к партии, после того их репрессируют и их убивают. Здесь ситуация такая же, то есть картинка между святым преданием и писанием, это как раз писало, они создавались с такими людьми, которые оказались в похожей ситуации, вот этих пытаемых функционеров партийных, картинки Орвелла. Ведь мало кто понимает на самом деле, помнит биографию Достоевского на момент этого. Это приговор смертной казни, где он стоял во втором ряду, по-моему, к расстрелу. И в последний момент его отменили. Потом 4 года каторги, а потом 6 лет солдат. То есть то, что с ним как бы общество сделало. И надо быть очень наивным человеком, считать, что уже в легенде о великом инквизиторе и в главе бунта из братьев Карамазовых речь идет именно о католичестве, что католичество там плохое, а тут рядом стоит русское православие, все в белом. Мы понимаем, что, во-первых, то, что на ним давлело всю жизнь, потому что он 10 лет плюс приговор к смертной казни, как бы их не выкинешь, а ведь речь шла о глубоко больном человеке, который страдал эпилептическими этими припадками. Вот. И он оказался вот в этой самой страшной картине. И тем не менее, вот это написано. И надо понимать, что оно адресовано, как в легенде о великом инквизиторе, как и глава бунт, они адресованы ко всему, ко всей религии. Поэтому как бы очень интересно взглянуть бы на деяния тех, которые создавали Святое Писание, Святое Предание, как они жили вот с этим самым сомнением, то есть той уверенностью, что то, что они служат на самом деле, это сатана. Мы понимаем, что в архаических культурах примерно так оно и есть. Мой Бог – это сатана другого. Например, самый главный праздник в исламе, где постоянно в Саудовской Аравии гибнет тысячи, а то и несколько тысяч людей. Ну там в туннеле столкнутся, еще как. Человеческое жертвоприношение получается. Это праздник побивания камнями шайтана. А шайтан – это бог курдов. То есть соседнего племени. Бог курдов, то есть курды-езиды. Вот, они поклоняются своему богу, который называется шайтаном. И, например, возьмешь в индоевропейских племенах, одни бывают асуры, у одних они боги, у других демоны. То есть мой бог – сатана другого бога. Но если мы бросим вот эту картину и начинаем говорить о неком глобальном боге, неком фундаментальном, то мы видим, что он, мягко говоря, совершенно не благ. Тогда нам либо приходится придумывать то, что называется теология отсутствующего бога, либо слабого бога, либо рассуждать о том, что он настолько трансцендентен миру, что он ни в чем не виноват. Но, тем не менее, вот такая картинка. Вот то, что я хотел сказать по поводу попытки нашего обоснования заняться вот этой странной теологией, которую, как Антон тут раскопал, оказывается, протестанты уже в 60-х годах этим занимались. Ну, они говорили именно про то, что он умер. Он умер, вот, да. Ну, он умер, да. Это немножко другое. И, наверное, да, это ближе как бы к твоему докладу, который ты делал после моего. Да, конечно. Про смысл христианства. Конечно, да, конечно. Конечно, может быть, он ближе. Но я вам просто хочу объяснить, откуда берутся вот эти предпосылки, на чем они основаны, почему мы всеми силами пытаемся игнорировать Святое Писание, Святое Предание. Ну, казалось бы, бери их и изучай, но мы их пытаемся игнорировать. Потому что людей заставляю любить внутреннюю партию. Да. Угу. А для тех, кто не в курсе, чем отличается Святое Писание от Святого Предания? Это что такое? Значит, Святое Писание – это Библия. Это там сколько-то? 5 книг, да? Да. А Святое Предание – это то, что как бы практически устная традиция. То есть она, например, распространялась через житие апостолов, через житие святых. Ну, в предание входят все постановления соборов, общецерковных и так далее. Ну как постановление и предание? Это что? Значит, ну, кто-то должен помнить постоянно, что ли? Ну, помню. Есть как бы документы какие-то, да? Да. Были Вселенские соборы, да? И там что-то решили, да? Как считается, там присутствовал Дух Божий, да? Да. Поэтому эти решения, они как бы верны. Вот, естественно, это входит сразу в предание церкви. А, это в смысле, церковь просто классифицировала на две позиции, да?
на писание и на предание. Он да, не классифицировал это... на позиции, вы просто спросили, как было. Это достаточно важно, потому что большинство протестантских направлений, оно не признает, не признает святое предание. Да, только писание. Но писание у них особо свято, поэтому люди уходят и говорят, как в наших лекциях о плоской земле, значит, о плоской земле, народ пишет, но в Библии же написано, что земля плоская. Не знаю, кстати, относительно написано в Библии, что земля плоская. Я не видел, нигде не написано. Земля плоская, поэтому земля плоская, вот говорит, наука показала. Угу. Ну да, показала. Хорошо, ну вот еще пару таких вопросов, не знаю, они в тему будут или нет, если мы поднимем вообще вопрос о страданиях, ну если говорить о страданиях мира именно, что... Если в них вглядеться и посмотреть, что это, вообще говоря, сущность на нашей жизни, именно это именно страдание, что как бы, мы сюда приходим, в этот мир, изначально наша установка такая на страдание. Причем со всех, с каких бы угодно позиций мы ни смотрели, везде будет пролазить именно значимо будет наше страдание, а не наше освобождение от этих страданий. Это распространенная православная точка зрения по поводу того, что кто особо страдает, бьет, значит, любит. Нет, даже не только не в смысле православия, а в смысле того, что даже если бы зла было бы в 1000 раз меньше, да, мы бы все равно говорили о мире, переполненном злом именно, да, а не о мире, где именно доминирует добро. И вот с этих позиций... Говорили бы, с формальной точки зрения, да, это так, да. Если с этой точки зрения, ты хочешь сказать, что мы возводим хулу на Господа? С той позиции, что... Собственно, как бы вот проблема этой теодицеи, да, она же состоит не в том, что страдания как бы в той или иной мере ужасны, да, а в том, что зло вообще есть как таковое, да. То есть как так получается, вот, что оно и, есть так вообще. Так, а второй вопрос, если мы отбрасываем зло, тем самым мы не приключим еще больше зло человеку. Если мы отбросим зло. Ну вот представьте, что мы имеем нынешнюю природу. Нет, ну, когда мы спрашиваем, почему зло есть, мы бы тем самым хотели же как бы его отбросить, посмотреть на мир без зла, ну, грубо говоря. Вот, получается так, что если мы имеем человека с его нынешней природой, природой злого животного, и если мы у него забираем страдания, то есть то последнее, что ему Бог подарил, то получается, что это злое животное, оно ему уж ничего не останется делать, так-то он был занят своими бедами и своими усилиями для того, чтобы избавиться от страданий, а так он будет занят совершенно пустотой и от безделья своего, быть может, он своему ближнему еще больше будет вреда причинять. Это может быть. То есть, да-да-да, я в том смысле, что еще одно из оправданий, которое могли бы люди в комментариях сказать, да, что, ну, конечно, не защищая Бога, а защищая сам мир, преисполненным страданием, что... Мир только таким и мог случиться, каким он есть, да, ввиду вот, с одной стороны, что имеется природа человека, агрессивная, злая, ничтожная, а с другой стороны, его мир. Здесь как бы наказание следует за преступлением, иногда и опережает это преступление, но что они в связке следуют, что человек получил такой мир, каковая природа его, этот мир как-то опосредовал. Ну, это тоже. Ну, это... я в прошлый раз говорил, да, отмечал, вот, как бы, то, что меня смущает, да, во всей этой истории, так действительно оправдывают, да, как бы, наличие зла в мире. Говорят, что, ну, это как бы какое-то неотъемлемое следствие или, может быть, даже опережающее нечто, да, падению человека или его греховной, там, злой какой-то природе, как ты выражаешься. Хотя я лично в это не верю, да, в такую его природу. Вот, мне кажется, как бы он, в общем, нормальный. Но, допустим, так, вопрос стоит в том, что, вот, если мы обратимся ко всем этим религиям, да, ну, опять же, оставляя за скобками всякую восточную там, вот, историю. Не их тоже можно брать, кстати говоря. Ну, не факт, но допустим. Вот, оставим пока как бы вот все это христианство, иудаизм, ислам, в общем, все эти монотеистические вещи. То мы видим, что там речь идет все время о человеке, о его как бы судьбе, о его приключении, там, этого спасения и так далее и тому подобное. И если вот мир человеку дается такой, чтобы он был соразмерен его вот как бы греховности и так далее, то встает вопрос, как бы не только человек ведь страдает, но страдает как бы и мир, вот там страдают всякие животные именно, там, вот и так далее. Именно это... И вот это гораздо более, как бы сказать, безнравственная ситуация, может быть, даже, чем просто заставить страдать вот кого-то, да, то есть ты можешь вот заставить страдать кого-то, чтобы от него чего-то добиться, потому что это
как бы в этом взаимодействии, да, он остается, ну, то есть как бы он отвечает за себя, да, он может как бы определенным образом воспротивиться, может поддаться, тут все понятно. Но когда как бы ты заставляешь страдать еще параллельно и кому-то другого, котика. Да, котика, да, вот этого, чтобы человек стал лучше, ну, вот понимаешь? Это немного как-то выглядит некрасиво, да, с точки зрения самой элементарной как бы нравственности. То есть мы как бы считаем, что так делать не стоит. И когда нам говорят, что Бог так поступил, да, что ну, он так о нас заботился, что вот ради нас, ради нашего спасения, чтобы мы прошли через все эти сложности, да, еще и как бы дал пострадать этим товарищам. Хотя они вообще как бы не являются субъектами истории, да, они как бы не собираются. То есть они, может быть, будут куда-то там в рай взяты, но только поскольку как бы вместе с человеком, опять же, и так далее. А если у человека не получится, то, может, и они не будут взяты, неизвестно. Да, про это как бы никого не интересует. Вот, собственно, об этом ты не найдешь, да, только у каких-нибудь разных святых отцов, которые, ну, так сказать, имеют частное богословское мнение, и нигде как бы в предании, опять же, об этом речи не идет. А там даже как бы про спасение это не все ясно, да, есть или нет, как бы кто туда попадает, это бесконечные эти споры там, да, попадают туда неверующие, попадают туда с такими грехами, всякими, неважно. Вот, но смысл в том, что вот нельзя, как, нельзя в заложники передавать кого-то еще, животных. Да? Ну, там, ну, как минимум, да, животное это то, что просто сейчас как бы выходит уже на первый план, да. То есть мы как бы уже понимаем, что они страдают, да, мы не понимаем, что страдают растения, нам как-то это еще трудно себе представить, да, может они не страдают действительно, но то, что животные страдают, это как-то более-менее ясно там, когда... Ну вот здесь можно как противопоставить такие вещи, что по поводу животных, значит, ситуация такая, что они же намного меньше испытывают страдания, чем человек. То есть можно даже сказать в каком-то смысле, что вот, например, я режу барана, да, он испытывает боль. По идее, нам кажется, что мы должны, что он испытывает такое же страдание, как и человек испытывал бы, если бы мы его резали. Но здесь кажется, что природа человека – это самая высшая природа для страдания. То есть, чем выше развит интеллект, мозг, тем больше он способен страдать. Если мы глянемся в феномен страдания, что помимо непосредственно, например, какую-то боль нам делают, что не сама боль причиняет нам истинное страдание, а именно наше отношение к этой боли. Например, я вот иду по улице, мне холодно, я страдаю. Ну, ребенок также будет идти, он будет те же самые ощущения воспринять какое-нибудь, ну, совсем небольшое. Но он не будет страдать, он будет испытывать это как поток ощущений. Ровно все наоборот, да, наша способность отнестись к этому, как бы отстраниться тем самым, тем там занимаются йоги, да, которые реально достигают того, что... Это специфическая способность йоги. Непосредственная способность человека только усиливает наши страдания, потому что мы зачастую усилить страдания на многих этапах, даже на самых последних интеллектуальных, когда мы задумываемся, за что нам такие страдания. В любом случае разговор как бы о количестве, это бессмысленно. Что вот как раз таки имеет значение, что каждое животное, оно просто испытывает реакцию тела, а не страдания. Вот она испытывает реакцию тела, а не страдания. Здесь вот такое, на таком позиции я бы стоял, с одной стороны. А вот с другой стороны, хорошо, то есть если вот так все происходит, то все с наших позиций получается, что животные и люди страдают просто потому, что они страдают. Ну, как бы вот, ладно, человек, да, а вот для животного, почему он тогда с наших позиций, животное должно было бы страдать? Своих, с наших. Ну вот с наших позиций, с позиции отсутствующего Бога и то, что мы... Ну с моей позиции, да, отсутствующего Бога, вообще нет в этом никакого замысла, да? Да. В этом нет никакой причины, замысла. Просто, сам вопрос, просто потому, что они страдают. Да? Просто потому, что мир как бы вот он такой, да, какой есть. И мы можем с этим помочь, мы реально можем и кошечкам, и собачкам. Да, да. А самое главное, людям можем помочь это... Сделать так, чтобы слепые прозрели, это действительно удается сделать, чтобы глухие слышали, тоже удается сделать в настоящий момент. Но медицина же движется в этом, да, направлении. Это мы можем сделать. Просто здесь есть другая, вот здесь ты прав, другая тема, которая состоит в том, чтобы сущность бытия человека, быть может, согласно определенного рода представления, состоит в страдании. Если мы возьмем страницы «Преступления и наказания» того же самого Достоевского, там у него есть некий маляр, помните? То у нас самое главное страдание принять. В том числе он принимает страдания тем способом, что
берет на себя чужое убийство, то есть убийство Раскольникова, чем Порфирий Петрович, будучи умницей, ему совершенно не верят. Хотя, казалось бы, мечта любого мента, подошел и сам на себя взял двойное чужое убийство, какое-то зверское, еще беременной служанки. Вот, казалось бы, вот это. А в чем его цель? Потому что страдания по ней. Вот он из старообрядцев, он рядом там что-то случайно окрасил, и решил принять на себя страдания. То есть жизнь у него была хорошая, и это его угнетало, то, что он не употребляет истинный его смысл существования. Да, нет, ну, это другой большой разговор, просто насколько, сказать, что возможен, но я просто его сейчас не готов вести. Насколько просто, ну сразу просто возникает вопрос, насколько такой смысл человеческой жизни, он как бы универсален, а не является просто историчным и совершенно христианским, совершенно там обусловленным тем, что Бог пострадал на кресте, да, и как бы и нам велел, да. То есть это определенного рода попытка быть как Бог. Вот. Здесь скорее работает даже твой предыдущий аргумент по поводу того, что себя-то мы можем страдания взять, да. А у котиков никак. Да. Котик. Хочешь страдать, страдай, но не призывай страдать других. Да, вот. Это не всегда красиво. То вот. Получается просто какая-то мать Тереза, которая нет, ну вот так, лечится в швейцарской клинике, запрещает у себя в Индии пользоваться обезболивающими. Красивые примеры, это именно о том, что такое бытие с позиции страдания, все бытие, там, весь мир. Хорошо, опять-таки, Шопенгауэр привел, да, когда предложил сравнить два ощущения, да, ощущение, ну, на весы положить, ощущение пожираемого и пожирающего. То есть здесь это сторона животных, то есть еще до нас мир преисполнен был страданием, вот в чем ситуация. То есть если мы это именно понимаем, что здесь мы это страдание никак не можем оторвать, есть мир, все, значит аналитически к миру присоединяется вот это вот страдание. То есть мы же на этих позициях можем стоять, вообще говоря? Еще ну, до человека. Вопрос есть в том, как бы, да, вкладываем ли мы в страдания какой-то нравственный смысл. Вот Игорь там коротко коснулся этого, да, то есть если мы считаем, что страдания не просто есть, да, вот есть как некоторая данность, с которой, ну, как-то надо, а если мы начинаем его определенным образом боготворить, говорить, что это очень полезно, это важно, это так здорово, что... В общем, нет очищающего страдания. Вот. Не, ну, так многие думают, я же говорю, пример вот матери Терезы, допустим, известной католической святой, которая запрещала себя... в Индии, пользоваться обезболивающими. Uh-huh. Она считала, что человеку греховен, он все эти страдания, которые ему предписаны на судьбе, он должен их претерпеть. Ну, также и восточная, кстати говоря, религия, она ведь тоже что говорит, что жизнь это то, чего не должно было быть. Как бы uh-huh. Вот так она говорит, и поэтому жизнь страдает, претерпевать страдает, потому что это есть нечто в мире того, что не должно было быть. Вот так uh-huh. Вот такое многозначное увлекание. Вот, поэтому восточная, она тоже очень близко, ведические вот эти религии, они довольно близко примыкают к христианству. В христианстве первородный грех, за этого человек страдает. При этом православие в этом отношении самая пошлая религия, потому что православие, по крайней мере, то самое ценное у христианства, отбирает то, что есть, ну, своим крещением, когда первородный грех уничтожается, и человек, получается, не должен страдать с позиции православия. Поэтому, мне кажется, вот именно православие в этом отношении самое пошлое. Я не думаю, что в православии прямо уничтожается первородный грех, крещение. А, нет, именно крещение, смысл крещения, я почитал, это именно первородный грех, исключить первородный грех, то есть искупить первородный грех крещением. То есть, когда человек крестится, он становится опять невинным, то есть ситуация, опять впадает в ситуацию невинности. А первородный грех это что? Это когда человек родился, и смысл, и факт его рождения является фактом того, что он греховен. Ну так вот, то есть я такой смысл понимаю. Адам изначально там есть, да, что Адам и Ева, значит, падение, там, грехопадение, и рождение в муках, то есть Бог наказал там Еве рождать в муках, там, и прочее, прочее, то есть вся ситуация. Но в нынешний момент, так как человек рожден в греховном зачатии, то есть всякий человек рожден в греховном зачатии, он рожден как бы во грехе, и он становится греховен от этого. Вот такая вот идея. А, и потом всю жизнь он искупает, да, этот грех. Да, у меня вот кришнаит, друг, спрашивает, а что они все на иконах такие грустные, печальные, лица у них такие расстроенные? Ну, другие философы считают, что действительно дух христианства именно в страдании, истинный дух христианства. И поэтому вот раньше были модные самобичевания там из себя, вот этих католических там деятелей всех.
чем я говорю, вот я все сказал. Ну да, там просто всегда пришли полные. Переиграть всегда открывающиеся двери, да. Ну что, еще что-нибудь или все?